Привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как быстро и легко очистить апельсин. Все мы знаем, что как только мы начинаем чистить апельсин, летят брызги, и мы не знаем, как же его почистить. Но есть один хитрый способ, который вам обязательно поможет. Берем нож и делаем надрез посерединке вдоль всего апельсина. Повторяйте за мной, не дорезая до мякоти. Одну шкурку. После того, как вы это сделали, теперь нам нужно вставить палец вот сюда и потихоньку начинаем очищать. Делая такие движения, цитрус, ничего с него не летит, потому что оно получается внутри. Теперь вторую сторону, точно такими же движениями. Вот смотрите, наш апельсин почищен. Теперь у вас есть две такие красивые подставочки и наш апельсинчик. Обязательно используйте этот способ. Это интересно, это быстро и очень красиво. Друзья, поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Большое вам за это спасибо. Если это видео было полезно, поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения и до новых встреч. Скоро увидимся.